Моя семья и родня уверяют, что у меня самая вкусная толченая картошка. Хочу показать, как я ее делаю. Варим картошку до готовности. Сливаем, но не всю, потому что в воде, в которой варилась картошка, все самые вкусные витамины. Берем хороший кусочек масла, кладу в картошку. Также наливаю молочка, можно сливочек. Смотрите, вот как получается. И теперь секретный ингредиент – одно яйцо сырое. Теперь это хорошо все взбиваем и перемешиваем. Можно даже достать блендер. И блендером. И будет вкуснейшая пышная картошка. Слегка присаливаем. Но обычно сначала пробуем на соль. Если сольки мало, так как там молочко все маленько, всегда маловато сольки. И теперь взбиваем до пышности. И вот такая нежнейшая, вкуснейшая картошечка получается. Просто космос.